Войлочная вишня начинает цвести. Вот и весна подошла. Таким смазком шлепать, и после этого просто да, тебе не уж как пошло. А это ничего не успевает. Вот только подходит, тогда еще и да. Уже убежали. Она как Нюша, как бы, все время. Вот она сегодня. Ну, просто она тяжелая. Ей же тяжело. Пока она дойдет. Ну, просто не дойдет. 20 шли от дома сюда. Она сегодня сонная. Да. В принципе, косточку можно отдавать. Да. Кажется, там тому подобное, спокойно. А вот косточка что-то прямо. Вот именно это. Настоящая косточка вчера мы дали, попробовали, да. Сегодня утром мы эксперимент сделали. В общем, косточку он дает, и она там что-то начинает грызть, он ее забирает. Он ее... А, там он еще мелочь есть. Ну, короче, не успел, она его хоп, раз. Да. Мальчишка с двумя девчонками. Да. А тут девочка, что ли? Девочка, ага. Знакомство идет, да. Теперь будем лапой трогать. Устали, наверное, все-таки. Ну, Сима, скажи что-нибудь. Они же и кошку загнали на дерево, так, на заборе сидит. Котяры, бедолаги. Наглеют. Сима все это внимает.